Ну вот, отремонтирован снова пионерчик 909. Ушел в утечку конденсатор. Несколько штук подряд. Из-за чего все ушло в обрыв. И аппарат перестал работать. Удалось найти и решить эту проблему. Мы проверяем запись заодно, которую я настроил до этого ранее. Приятно покрутить такой аппарат. Вот это у нас источник. Это лента, тейп. Аппарат я настроил на ленту Maxwell UD. Какие у нас имеются настройки оперативные для изменения высоких частот в режиме записи? Это ступенчатое переключение тока подмагничивания. Вот так его меньше. В режиме 1. В режиме 2 его больше. И прибираются высокие вместе с искажениями. На звуке это то же самое, дополнительная эквализация делает. На звуке это сказывается следующим образом. Слушаем. Эквализация. Высокие также прибираются вследствие изменения амплитудно-частотной характеристики. Для чего это все нужно, друзья? Для того, чтобы когда вы пишете записи с большим количеством высоких частот, вы могли их немного прибрать, если аппарат настроен очень точно на ленту, как этот настроен очень точно по приборам и тщательно на ленту Maxwell. И особенно если запись какой-нибудь там без высоких частот хора, голоса, солиста, солистки. Прибираем высокие частоты, меньше искажения, меньше шума. А вот источник, диск. Магнитофон. Чуть-чуть меньше стало высоких, а вот так их будет больше. Для регулировки высоких частот во время записи разные ленты имеют разную отдачу. Это полезно. Немножко кривая катушечка, поэтому у нас она трется. Сам трек здесь отстроен хорошо. На километровых катушках железных. Вот так чуть больше высоких частот.
на ленте. А так приблизительно одинаково. По сервис-мануалу полагается вот так настраивать. Источник. Таким образом у нас он работает теперь.